Причины появления экстремистских и террористических взглядов в Армавире обсудили с подростками и молодежью. Встреча прошла в молодежном центре по адресу Шмидта 132 при поддержке Армавирской и Лабинской епархии. На беседу со священнослужителем пришли ребята от 12 лет и старше из разных микрорайонов города. Порядка 30 человек из армавирских клубов по месту жительства. У нас сегодня проходила встреча с иереем храма Рождества Христова Сергием Картавиным на тему профилактики экстремизма, так как это очень острая и важная тема среди молодежи в наше время. Мероприятие проводилось для предупреждения распространения экстремизма в молодежной среде, так как активисты клубов по месту жительства – это люди, которые активны, принимают участие во многих мероприятиях, знакомы с большим количеством людей и имеют какое-то влияние на свой круг общения. Духовный наставник рассказал подросткам, как не попасть в сети экстремизма, почему важно не поддаваться чужому влиянию и иметь свое мнение на жизненно важные темы. Во время лекции ее участники поделились мнениями о том, как может выглядеть террорист, и узнали о причинах неконтролируемой ненависти, которая толкает человека на совершение страшных поступков. Мы видим на практике, что появляются такие плачевные примеры, как было вот недавно у нас, да, как в школах стреляют, да, вот в университетах. Поговорили о том, почему люди становятся там террористами, берут в руки оружие, да, и о том, что мы можем сделать, чтобы таких людей было как можно меньше. Да, вот пришли к выводу, что друг друга нужно поддерживать, да, слушать и сильного человека, и слабого, потому что террорист – это, как правило, человек неуслышанный, который уже не находит для себя другого вывода, как взять в руки оружие и уже заставить себя слушать других людей. Лекция о духовной безопасности стала частью профилактических мероприятий, которые проходят в клубах по месту жительства. Детям и подросткам также рассказывают о правилах поведения на дороге, на воде и в быту, чтобы летние каникулы школьников и студентов прошли без происшествий. Инна Лепеткина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 Армавир.